Мы продолжаем выпуск. Казахстанцы должны говорить на русском, казахском и английском языках. С такой инициативой вышел профсоюз студентов ЖАС Орда, базирующийся в Карагандинском государственном техническом университете. ЖАС Орда почему-то круглый стол по вопросу трех языков посвятила еще и досугу молодежи. Мол, студенты должны неплохо отдыхать и подспудно изучать все те языки, которые профсоюз хочет культивировать. Видимо, под гитарку, да под песни Визбора, да со словарями. Я считаю, что лидеры любых университетов должны работать над тем, чтобы и проводить такие мероприятия, как круглые столы на тему Елимсдегштельнкаркана, также мероприятия именно на трех языках, чтобы была популяризация этих трех языков, а не только одного языка.